принципе, сильно долго голову не ломал. Там, где можно поиграть в Ragnarok, у меня всегда есть сервер Луны, на котором я уже несколько лет. Но, похоже, времена меняются. Похоже, времена меняются. Это сервер Коровка. Вот такой вот. Мне знакомый его посоветовал. Я вчера зашел к нему на стрим. Сидели, смотрели все и вникал, что-то врубался, там пытался. И он рассказывал. В общем, ребят, был такой прекрасный, лучший, я считаю, по сей день. Лучше его сервера русского в принципе не было. Это сервер PlayRo, конечно же, о котором я говорил уже. Который закрыли. Пидорасы из Иновы, или как там их, блядь. О, этот чел, кстати, с нашей гильдии. И вот. И, блин, множество людей осталось в такой вот ситуации непонятной. Что делать, куда идти? Кто более, ну, так скажем, ебанутый, пошел на Prime, наверное, на этот Moto. В принципе, что могу сказать про Moto? Да, я тоже заходил на него, смотрел, что там как, но играть, естественно, там не собирался. Как бы, там своя механика, своя фигня, 17.1 эпизод. Людей намного меньше стало с 2018 года, как я играл. И, ну, в принципе, все тоже уебанство, но только 17 эпизод. Вот и все. Но когда я зашел на Prime, посмотрел, что там. Вот у меня ролик есть на канале по Prime 1. Тайм, еще цветочки. Что сейчас я увидел, я просто охуел. Во-первых, там 17.2 эпизод. Но там настолько все убого сделано и отвратительно по отношению к игрокам. Сервер, он отвратителен, он мерзок. Он не вызывает кайф, он не вызывает искры той, которая тебя затянет. Он не заманивает тебя ничем, он не заинтересовывает. Он наоборот вызывает отторжение какое-то. Везде ты попадаешь в такую ситуацию, что донат, 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 донат. Вот. Все. Заходишь ты, кнопку доната нажимаешь. А, клиент там настолько устаревший. Вот сам клиентик старый, убогий, уродливый. Что, блядь. Там зума нет, там ничего нету, блядь. Ты заходишь и охуеваешь. Просто вот кнопка донат. Я не понимаю людей, которые там сидят, что они хотят, зачем они туда заходят, зачем, блядь, тебе не хватает, что ли, забот, блядь, жизни в обыкновенной, зачем заходить еще и в игре, блядь, проблемы себе искать, какой-то донат упираться, какие-то маленькие рейты, нахуя, что дальше произошло? Естественно, вот на этом ублюдстве играть просто нельзя, это мрак, ребят. Это непроглядный мрак. Туда ни в коем случае не заходить. Ни в коем случае. Окей, русских серверов больше нет. Но зачем они нужны, такие русские сервера, когда есть интернациональный сервер, охеренный. Про Луну я уже множество раз говорил, восхвалял, но это так, воистину, сервер хороший. Но, смотрите, этот сервер, он занимает золотую середину между Луной и PlayRo. Это некая такая, ну вот, все хорошо в меру, скажем так, да, вот ты ёбнул 200 грамм коньяка, все, ты дальше не пьешь, и тебе хорошо. Вот это про этот сервер. Я на нем вчера поиграл, вот хайманс получил, пробежался, то есть отзывы все послушал, очень хорошие отзывы. Кроме того, люди с PlayRo, большинство людей перешло уже сюда,
или в ближайшее время они закончат там свои дела, подтянут какую-то там фигню, и сюда же придут. Почему? Потому что кроме охуительного PvE, есть еще и ГВ, блядь. Да-да. Естественно, будет вот это вот, конечно, блядь, прикольная штука. Мордочку коровки сделали. Я еще такого нигде никогда не видел. Я крайне рекомендую подключаться. Как можно скорее бросать все и заходить сюда. Ссылку на этот сервак я в описании сделаю. Заходите, смотрите, подсоединяйтесь. И будем играться. Меня вчера взяли в гильдию, кстати. Это с ГВ, чуваки все с ГВ. Ой, блядь, с плейро. Ребятки, они здесь играют. Вот. Вы, ну, просто вот, ну, здраво вот взвесите. Вот зачем вам, ну, куда? Куда вы сейчас пойдете играть? После, например, плейро, хорошо. После 18.1 эпизода, после шмота, вы вникли в это, вы поняли, что... Вот так может быть охуительно. И что? Вы пойдете на мотор D17.1, на Prime D17.2, блядь. Ну там, где в это ублюдство, в это болото, где... Что такое? Вы, блядь, там модуль, один какой-нибудь уродливый модуль для брони, например, 17.1 эпизода, будет стоить под 100 миллионов модуль. Это что, прикольно? Это несерьезно, блядь. Как бы в 2023 году это несерьезные сервера. Я не понимаю до сих пор людей, что там играют, ну, кто туда идет. Я могу понять людей с мотора, да, с какого-нибудь, которые старики, которые там уже, блядь, 10 лет там, не знаю, сидят, ну, пусть будет. Они до этого мотора ничего не знали, вот они там прокачались, у них там вся хуйня есть, они заходят туда попиздеть, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все. Конечно, да, их можно понять в этом смысле, что они не хотят куда-то переходить. Но я говорю про людей, которые ищут сервер поиграть. Или, например, вот с того же плейро люди ушли. Зачем идти на мотор или прайм? Объясните мне, напишите. В чем прикол? Может, я чего-то не понимаю, не догоняю. В 2023 году, вот, блядь, октябрь сейчас месяц. Какой может быть, блядь, мотор или прайм? Непонятно. Распишите, может, изюм какой-то вы раскроете, смак, в чем смысл, где там стимул играть. Я просто что-то не врубаюсь, это серьезно. Итак, давайте изучать сервер Муро. Почему-то у меня накидка не слезла. Почему? Потому что, ну, базовый уровень десяточка. Снимем. Вот такая вот выдается штука новичка. Вот она работает. Не работает на ГВ, ля-ля-ля, это понятно. Включительно по 99 уровень. Потом эффекты, ну, предмета пропадают. Ну, это и понятно. Она типа а-ля шапочка плейро, которая давала там тоже небольшие бонусы. Вот. Банки новичка лечат сильнее, лечащие умения, опять же, сильнее, 10 базовый уровень, вариативка, ну, короче, такая вот шапочка, на выкач, а потом за борт ее, ну, и теневуха с Эдема. А, да, кстати, смотрел я, заходил Эдем, шмот эдемский, он старый, вот я вот, он, то есть, им, походу, вообще Эдемом никто не занимается, как я понял. То есть ты взял доску, да, Тару Фрог, пойти убить комоди. Убил. И все. Ты больше не можешь ее взять, эту Тару. Все. Ты ее сможешь взять лишь один раз после того, как ты морфнешься. Ты переродишься. Вот, то есть, жизнь номер один. Новичок, мечник, рыцарь, блядь. Ты Тару Фрог сделал. Все. Переродился. Жизнь номер два. Хай Новис. Мечник. И лорд, рыцарь.
Второй фрог сделал. Второй раз. Окей. И третий раз ты ее сможешь взять, когда ты станешь РК, блядь, рунным рыцарем. То есть Эдем очень сильно устаревший на плейро и на мотре. И шмот эдемский. Уродливый. Старый. Я этот шмот получал, когда в 2016 году там играл. Убогость. То есть это, как я уже одно слово сказал, мрак, ребята. Это мрак полный. Не вздумайте туда просто идти. Не вздумайте. Под любыми предлогами. Отмазывайтесь. Прячьтесь. Никогда не ходите туда. Не вздумайте. Мой вам совет. Это просто выбросьте из головы, что такие сервера существуют. Их нет. Чего у меня тяжелое? Почему перевес 90? Какого хуя? Ах, вот оно что, блядь. Так, я так понял, что тут Муро, вот эти выдаются монетки, это а-ля мункоины, это кэш, короче. Я только пока не знаю, куда его применять, конечно, я могу написать Пашу там и все такое в гильдии спросить, но я хотел записать именно видео такое, самому понять, куда идти, что. В этой зоне тестовой это, короче, main office, который, в принципе, есть и на Луне сияющей. И на Новеро он был также. Вот. Давайте посмотрим, что тут есть по персонажам. Кто тут? Харви. Харви у нас министрель. Для скиллов продает конфетки эти. Ледяные, слезу какой-то там хуйни. Так. Торговец вор. Ага, ясно, понятно. Он под ЕДП, под яды, короче, различные. Травки, вот это все. Это, ну, можно сказать, это для чейзера, да? Под лики. Ну и варка гильотина. Какие-то травушки. Рыцарь, блядь, смотрите. О, ёпта. На Луне тоже такой персонажик был, но... Тоже какой-то там рунный какой-то этот, у него тоже был ассортимент, то есть можно было, хотите фармить и не хотите фармить зени дохуя, покупайте, вопросов нет. Арчер, стрелок с разными стрелами, причем, блин, смотрите, какой прикол, есть флейты, даже можно купить по 100 000, прикольно, весьма неплохо. А, ну ясно, понятно, ганс, блять. Это торгаши профессии. А интересно, маг книжки продает? Блять, он продает их по миллиону. Маг объединен в себе торгаш. Че он продает? Он продает талисманы, продает метки, поинты, точки. Точки для этого, для сорка, блять. Камни, книги. Что-то я пока не всекаю, что это за камушки. А вот это что такое? А, это Дарам. Это как-то шо? Сет, считай, продает. Что это, блядь, такое? А, ну тут, посмотрите, такой скин. Как сказать, скин, да, или что? Тема прикольная, но необычная. Рагнарокская. Посмотрите, какой интересненький. Красиво, реально что-то новенькое, воистину, по мне. Очень хороший сам клиентик, много чего можно настроить. Выбрать даже директ, этот самый директ можно, ничего себе. Ну, он у меня вот такой стоял по дефолту, я не выбирал. Ауры там все, а вот это кто такая? Для меня это тоже все новенькое. А, ё-моё, это вообще варка. Под варку. Банки. Книги. Книги тоже на варку. Надо смотреть, надо познакомиться, потому что я здесь буду играть и хотел бы. Это бабочка. Бабушка. Старая женщина. Она достает карту. Говорит. Хотел бы ты что-то это ля-ля-ля. Достать карту. 100 тысяч. Джоб мастер. Ёбни 9 джобов и приходи. Так, ресет с
скилл, стат, скинуть все, 9000. На Луне был тоже такой же, это правильный чел. Что у нас еще? Заводчик. Вот он. Что? Не знаю, кто это такой пока. А, это курс, это обменник. Вот, это кэш. Давайте, кстати, и кэш тоже посмотрим. У коровки вот этой, имейте в виду, менять кэш. Блин, у меня ебучий перевес, но сейчас это кафе доберусь. А вот и магаз за монетки, собственно говоря. World Tour, это билет телепортации, мануал, книжечка, жвачки 200, расход, кальмати, расход, 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 ментальное зелье, это вот я впервые такое вижу, наделяет, зелье наделено духом, это стат. Повышает статы, эффект на ХСП 10%. Восстанавливает, блядь, 10. Короче, это на СП прикольный такой отхил. На полчаса. Единое зелье. Зелье содержит благословение богов. Эффект. Ебать, это еще и как свиток сияющего доспеха. Все статы 10. Пока. 80. Никогда такого банки не видел я. Повышает крит. Дальнюю атаку. Все, повышает. СПД дает. Вариативный кастайм. Откат. Позволяет использовать повышение концентрации. Третьего уровня накидывать. А, ну и на полчаса 25 вот этих, кстати, стоит, блин, баночка такая. Ну, блин, понятно, что она куда-то применима, она пойдет по-любому. Такой баф, охуеть. Вот такая. Это... А, скипнуть ли ты хочешь? Короче, это помощность квестов. Ребят, скипаются квесты. Эти билеты я видел за деньги. Ну, на Playro продавались они. Ну, и за какие-то квесты, по-моему, их выдавали. Однако, сами посмотрите. Как я понял, что это 24 миллиона зеней стоит билет. Ну, если я правильно смотрю. Если так и есть. То есть проскипать сюжетку. Вот, пожалуйста, считайте, сколько вам надо денег проскипать сюжетку. Хорошо. Это а-ля Порин. Только здесь сестра. Аги Блес по классике. Хил. И СП. Это дурачок. Это торгаш. Угу. Кулдаунс. Это проверять, ребят, инстансы. Видите, открыто, 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 открыто. Следующая страница. Открыто, открыто. То есть это смотреть КД инстансов. Настройки не будем мы трогать. Каналы активные оставляем. И, собственно, сама кафра. Делаем сейф. А, блядь, мне сейчас стоит джеп надо взять. Только потом... Черт возьми. А, смотрите, кафра кафры, но у меня есть свой ящик. Тоже три хранилища. Ух ты. Вот так, да? Сколько тут слотов? 650... позиции. Блять, ебаный в рот. Я что, не могу ее сложить, что ли, в кафе?
Нет, я могу, я не ту кнопку жал. Придурка кусок. Так, окей. Теперь снимаем ежедневку. Вот оно. Ну что там? Визитка Кафры. И 10 этой фигни. Так, сейчас я делаю трейд. И смотрим, что у нас тут есть вообще в наличии по кэшу. Мне интересно, например, я не видел. О, смотрите, есть осенние, сезонные. Этот кэш, блин, декор, то есть октябрьский костюм. Осенние костюмы. Pouring egg. Угу. Костюм, костюм. Нереально много костюмов. Кстати, тут намного меньше кастома, чем на Луне. И это, конечно, хорошо. Это, конечно, хорошо. Костюмов просто охереть. Ограниченные. Ограничена покупка, не знаю ли что. Может, на время выставляют здесь что-то. О, пожалуйста, есть крыло мухи новичка бесконечное. На день, на неделю, на месяц, на год, блядь. Гигантское крыло мухи новичка. Это шапки. Так, тут и классовые шапочки, и такие разные. А, ну вот. Походу их и тут можно купить, эти билеты. Эта штука дает купон слот, дает, ну, больше персонажей делать, слоты добавляет, ваучер, 1000 кэша содержит. Ну, тут я его купил за кэш, Зеня, например, выставил на Венде, продал, блядь, примерно так. Плоды акцидии, плунжер даже есть души, пробивает робо глаза, ля-ля-ля и все остальное. Шило, блядь, обогащенные редиконы и все остальное тоже есть. Ну, короче, магазин очень сильно на плейрошный похож по ассортиментам. Тут плюс еще, о, охуительно, я люблю вот эти банки. Это бесконечный берсерк, бесконечный авак и концентрат по 5000 цена. Смена пола, смена имени, купоны, бокс, коробка. Спортзал сходить, сразу 10 билетов. Спортзал, собственно, содержит, это, по-моему, плюс 2000 веса переносимого. Появляется иконка сумочки и попиздил. Можно, в принципе, рассыпуха купить билеты вот тут. Так, Deluxe инкубатор. Вот этого я не знаю, что это такое. Какое-то особенное яйцо оттуда. Это хуйнуть. Так, свитки. Наборы свиток, гуяк пудинг. Прикольная штука. На полчаса? По-моему, на 5 минут, нет? Или я что-то путаю? Книга. Ублюдская, причем книга самая кончена. 50%. Жвачка, Кафра, набор свиток, бразильки, Red Booster бокс. Ясно. Это все идет расход, но расход нужный. Причем вот свиток бриллиантовой защиты. 10 штучек содержит. Сейчас мы еще ВН посмотрим, подожди. Хорошо. Ну есть что купить определенно. Есть нужные вещи тоже. А что я вот этот не открыл?
А, 80 уровень нужен. Да, я создал вот такого новичка, поиграл мечником. Ну и в принципе, попробуем сделать мечник. Я посмотрю билд, что-нибудь набросаю. Здесь в подвале... Чё? Тут манекены. Средние, большие, мелкие, все такое. Билд менеджер Lotus. Shadow Gear класс. Экипировки. Опа! Опа! Смотрите, какая штука. Например, нужен сет на РК. Теневой, да? Его можно здесь типа бартера, что ли. Fire Dragon Scale. Я узнаю, где брать вот эти вот Shadow, ну, теневые кусочки. Вот это, по-моему, с Детадривуса, с МВП, блядь, который в Абисе ходит. По-моему, с него это чешуя, короче, дракона, блядь, огненная. Ну и тени дикон, а нет. Да, это он. Блядь, сломаешь нахер язык, пока, блядь, выговоришь. А, и тут, кстати, смотрите, такие прикольные цифры, видите, шрифтик такой свой. Так, команды. Давайте немножко проверим команды. А, это что за доски? Дейлики, квест, охоты. Только 100 плюс уровень. А здесь 10 плюс. Так, а-ля Эдем, но. Гоу. Эдем. Эдем. Сейчас мы походим по Эдему. Ну, вот он. Па-па-па-па-па-па-пам. Я не регистрировался в Эдеме? Или все-таки я регистрировался? А, вы зарегистрированы, да? Инструктор боя. Давайте переговорим. Ур. Итем коллектор. А, это тоже, смотрите, по квесту чел. Что тут у нас? Опа, опа. Эдем монетки. Делаете доски, получаете монеты. Это я знаю, но за них, смотрите, целый автомат есть. Что можно купить прям тут. Ё-моё. Удобно, блин. Поводья даже есть, ничего себе. Вот куда монеты можно хлынуть. Ну, в принципе, видите, это может в какой-то степени мотивировать делать доски демо. Что можно там потратить, что-то купить. Вы только начали играть, а у вас нет нихера. Делайте демо, ёпта. Все. Доски, доски, доски. 140 по 190. Значит, на втором этаже досок, скорее всего, нету. Да, их здесь нету. Хорошо, проверим, есть ли тут парамаркет. В принципе, с командой, мне кажется, можно. А, вот тут есть Eden Market. Ну, пусть будет так. Пусть будет так. Да, здесь есть полноценный функционирующий парамаркет, как и был на PlayRom, ребят. Хорошо, вопросов нет. Go 0. Пронтерка, но у нас она почему такой вид имеет? Потому что сейчас октябрь и будет, ну, они празднуют, понимаете, Хэллоуин, все такое. Стилистика города поэтому обрела такой вот вид. Онлайн здесь весьма неплохой, как бы, ну что еще надо. Так, я хотел еще проверить. А, рейд здесь X50, если кто будет спрашивать. Да. Давай маркет пропишем. Магасы есть, магаз в Африке. Так, магазин, я смотрю, он здесь тоже человечек ускоряется автоматом, это хорошо, чтобы не ползти. Чё, хочешь ли ты, чтобы зачаровал
Fallen Angel Wing. Это проклятые крылья. У меня их нет. Ага. Вот этот вент мне очень сильно напоминает вент Новый Ро. В принципе, построение магазинов, отсеки вот эти, это очень сильно напоминает с Новый Ро. Там тоже вот так стояли магазы. И понеслась. И смотрим, что нам надо. Черный круг. Я когда-то играл Министрелем и мечтал о нем, как только он вышел. По-моему, это сет до Биолабы. С сундука героя. За МВП, если не ошибаюсь. Я очень сильно хотел этот черный круг, когда он появился. Но на плейро его было нереально практически замутить на тот момент. А когда он уже появился, мне он уже был нахер не нужен. Так часто зачастую бывает. О, нихера себе. Это тот билет зачарования, который я думаю. Да, Мадбани ЛТ. Ебать, он лям стоит. Его очень трудно на Луне, на Shine Moon подобыть такой. Тут он миллион стоит. Интересно. Ну, я надеюсь, это тот самый. А, смотрите. Вот она продается. Это сгустки-то. 60 тысяч. Где-то их фармят. Значит, можно. ВС. У нас работает команда. Поисковик работает. Это хорошо. Ну, чё, блин? Много результатов, говорит ля-ля-ля. Вы, ну, точно результат. Пишите. Ну, давайте. Чё всё такое длинное, блин? Можно мне какое-то короткое название? Грот. Пожалуйста, да, ВС команда работает на сияющей луне, на луне сокращенно. Точно такая же команда и тоже она работает. Как бы это мне все знакомо. Бля, ну, попервой смотришь, тут магазов побольше. О, смотрите, треугольничек. Кто-то тут у нас в гильдии заханырил своего торгаша. А кто? Вот. Директор, блядь, нихуя себе, продюсер. Продает что? Смотрите-ка, продает ивент коин, монеты какие-то ивентовые. Я не знаю, не спрашивайте, их брать, я только начал играть. Ну и мутировавший рыцарь белый, актуальная по сей день карта. Да. Она нужна. Я хочу посмотреть скупщиков. Ну, то, что он... ветки МВП скупает, это понятно. В принципе, мне уже подкинули пару мест, где можно денежек пофармить, зенек. А, это уже конец, да? Храни бог того, кто придумал, что в таких местах нудных можно бегать по водоускорениям. Лава эссенция. Это СМ3 магмы. Помню тоже, как только эти появились. Данжи. На плейро мы туда бурились. Эту эссенцию. Ну это, короче, чант. Допы вешать на шмот славы. Вот. На броню, на накидку. О! Крылья победы, блять. Двумя допами. Слотовые. С королем драмо. Глубоководный король драмо. Работает в сете. С обычным королем драмо. Да? Да. Ну, на силу. На ближнюю атаку. Да, мне кажется, не только на ближнюю атаку. Проканает. Вполне себе. 35 миллионов. Кстати, тут экономика сервера очень хорошая. Смотрю, то есть тут как бы
ну, условно говоря, ты не пойдешь за 10 миллионов и не купишь себе КТБ. Вот. Вау, корона Вельзевула, у нее прогрейжена она еще. С карта Вельзевула повышает физический урон по боссам на 16%. Нихера себе, блядь. Корона Вельзевула. Когда-то давно ее находил где-то, но она здесь бонус грейда идет еще. Ее еще можно прогрейдить, кстати. 600 миллионов на 11. Класс С. Видите? Охуеть, а? Вот это да. Вот это магаз. Так, это Танатос, понятно, улучшенный. Сапоги героя, блядь. Бранчи, 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 бранчи. В основном. Где мутить ветки? Давайте еще окинем взглядом, что нам предлагает дейлики, ежедневный заход. Монеты, то есть так же, как и на Луне, снимая дейлик, мы получаем еще и монеты. То есть здесь 10 снял и довесок еще накинули. Билеты телепортации, HD-шка, это на 200 увеличивает вес, это спортзал. А, ну вот, три ветки. Ну, не знаю, я б не продавал их. Мы с братом на Луне копили ветки. Потом там пати-рум, бранч, как-то так называется, собирали ветки вдвоем. Шли и просто их ломали. Там туда никто не зайдет, понимаете, ничего не спиздит, не состилит нихуя. Потому что мы создаем этот данжик. Это как инстансик такой получается. И мы в пати туда заходим. Ломаем ветки и пиздячим МВП. Все. Туда может зайти тот, кто в пати с нами. А так никто. Мистическое яйцо. Что оно там содержит? Ну, оно содержит, имеет какую-то разноцветную чешую, содержит какой-то скрытый секрет. Секретик. Посмотрим. Ждикарниум, еще яйцо. Обогащенки, обогащенки. Брадиум. 6 блесов, блядь. Ну, мне чуть-чуть приоткрыли завесу тайны, где блесы доставать. Это... И здесь тоже, короче. Так, и яйцо с такой вот руной. Сезонные... Даже не то, что сезонные, по месяцам содержит какой-то пак костюмов. Июльский, июньский, любой может выпасть. На декор. Ну, это и хорошо, что тут поменьше кастомчика. Да. Ну, пробежались маленько, посмотрели. Мне как бы все понравилось. А, ну, можно, в принципе, и покупать их, да, вот так ветки. Это неплохо. Шапка роста, Harvester, Head. На генетика фармить эти семена, короче, на скилл, я не помню, как это называется, и спорки на взрыв споров. Да, 25 лян. Нету здесь этих кэша, но нужна шапка. Берете здесь, покупаете. Неплохо весьма. Декор с чантом на крит. Калицберг мутировавший. Вот он, красавчик, по-моему, с мутирующим берлом рыцарем идет опять же. Что там, 25 он стоял? Ну, полтинник. У нас уже сет. Охуенный. Марно верит. Да, есть что купить. Вент интересен. Есть что посмотреть. Довольно обширен он. Фе, накидки змеи продают даже. Ё-моё. Вот что-что не ожидал я увидеть их. Да. Вот такой, понимаете, серия небольшая, знакомительная получилась. И для меня, и для вас. Вот вы тоже кинули взглядом, посмотрели приблизительно. Что из себя представляет. Ох, ё. Продам сутанку на 9 с чантом. Ну, без него, конечно же, не надо покупать. Только со стоповым чантом цепляйтесь.
берите. Иначе оно не стоит того. А, все понятно. А в накидке у него этот. Камень купит. Вармунд. Это для крафта нужна вармундская шмота. Что? Глубоководная коробка. Ясно. Да, есть определенное оружие, которое чантится. Ну, смотрите. Глубоководная коробка. Катан. Ледяных игл, короче, блядь. Пусть будет так, переведем. Катар ледяных игл заточили на 4. Редиконом, ебать. И коробкой. Ловите от плюс 7 до плюс 10. Рандомно. Может плюхнуть. Заточка. Вот этой вот хуйней. Ну, надо посмотреть, нужен ли, например, нам этот катар. И как часто бьется коробка. Вот это, кстати, штука нужная. Это полноценная... осколочек с этого станатуса. Да, ну смотреть, короче, бегать, что я буду время тратить. Вариативка и плохо весьма. 10 миллионов всего лишь. Странно. Ну, 10 миллионов. Покупайте их, а сами ловите чант. Там можно покупать специальный предметик, то ли в районе ляма, что ли, что такое он стоит. Если барыги вроде брать. Ловить чанты, допы, вернее, себе нужны. Ну, как правило, ловят вариативный кастайм или задержка после каста. Что такое? Это распространенное, самое лучшее. Как я понял, да, здесь идет сейчас 19 тоже эпизод. Да. И... ну, блядь, я еще 18-й нихера не понял. 19. Ладно, добро, давайте go 0. Че, я за кадром побегаю, покачаюсь. Еще серии, естественно, будут по этому серверу. Ну, музыка здесь какая. Музыка пронта. Я думал, сделал какую-то такую страшную, типа под это. Под Хэллоуин, блядь. Ну, сделает, мне кажется, всему свое время. Что могу сказать? Вчера я тут чуть-чуть побегал и общался с пацанами. Мне сервер зашел. Определенно я здесь поиграю. И еще тот факт, что тут есть живое ГВ. Люди ходят и ебашутся. Это, конечно, добавляет вкуса. И стимула здесь играть дополнительного. Кроме того, что сервер уже охуенный. Вот. Серии будут по нему 100%. Это первая такая вступительная, ознакомительная. Ссылка в описании на сервер. Все бросайте и идите играть сюда. Не вздумайте идти на Prime, не вздумайте идти на Motor. Это мрак. Полнейший мрак. Все. Вот. Куда пойти поиграть? Вот сюда пойти поиграть. Спасибо за просмотр большой. Всем пока.